Привет! Сегодня у нас на обзоре сразу два гаджета – игровая гарнитура и игровая мышка. Фирма, которая специализируется на игровых гаджетах – фирма Deltaco Gaming. Для меня это незнакомый бренд, поэтому я буду рад не только сам познакомиться с качеством данного бренда, но и познакомить вас. Сразу бросается в глаза, сколько гарантии предоставляет производитель. 5 лет. Это великолепно. Оба гаджета проводные, как гарнитура, так и мышка. У гарнитуры есть встроенный микрофон и как этот, так и этот гаджет поддерживает RGB-подсветку. Гарнитура у нас модель DH110, а мышка DM110. Упаковки очень крутые, в качественном оформлении и указаны все характеристики. На мышке здесь указаны технические характеристики, а здесь визуальные. Быстрое переключение DPI, диапазон изменения DPI, от 800 до 2000. Резиновое колесо мышки с шиноподобным составом, как будто там есть протекторы. Длина USB кабеля 1,8 метров и изменяющаяся подсветка RGB. А это параметры гарнитуры. У нее тоже мигает RGB подсветка. Можно отрегулировать изголовье, а также есть регулятор громкости. Диаметр драйвера 50 мм. Длина кабеля 2 метра в оплетке. И есть еще некоторая информация в отношении аксессуаров, которые идут в комплекте. Давайте с них и начнем. Коробка опломбирована, поэтому нам надо ее вскрыть. Вскрываем и извлекаем гарнитуру. Открываем полиэтиленовую упаковку и смотрим. Ого! Первые впечатления мои — это явно мощная и качественная гарнитура. Наушники. Кабель точно не съемный. Но обратите внимание, что еще входит в комплект. Ну, кабель реально, друзья, очень классная оплетка. И посмотрите, он не боится вот таких вот изгибов. Потому что те, кто... Ну, если взять, вот быть честными, те, кто работает за компьютером, это одно. Но игровые... Люди, те, кто любит играть, им нужно, чтобы переговариваться, вести беседу. И посмотрите, он очень гибкий, классный такой. Как будто это кабель на ощупь, как у, не знаю, помните, я просто плел фигурки с капельниц медицинских. Вот что-то на ощупь такое приятное, глянцевое. И посмотрите, что помимо 2-метрового кабеля еще входит в комплекте. Здесь у нас разветвитель. Вау! Посмотрите, в чем преимущество. Если отключить сейчас этот переходник, то посмотрите, что здесь мы имеем. Сплиттер такой себе, это несъемный. Видим три кабеля. Первый — это USB, он как раз отвечает за питание RGB подсветки. Второй для наушников, а третий для микрофона. А сплиттер нужен для того, чтобы использовать в комбинированном разъеме, как в телефонах или в ноутбуках, где всего один вход. В нижней части располагается удобно для руки регулировка по громкости. Без всяких щелчков, просто плюс-минус, скажем так, по громкости. 5 см динамики и плюс еще оголовье такое большое. И видно, что акцент сделали на комфорте. Почему? Потому что помимо этой дуги, которая регулирует сжатие, здесь еще есть оголовье просто из кожи и поролона. Очень мягкий в этой части. Здесь сверху жесткий. Его цель, чтобы на макушку не давило, удобно было. И эта часть двигается. Видите, как она там держится? Вот такая вот система интересная регулировки. То есть автоматически вы одели, вот я сейчас вам продемонстрирую, и по удобности вот так вот у себя его закрепили. Очень компактно, если бросаете, подтягивает. Интересное решение, потому что здесь нету никакого извлечения, как обычно это было у других моделей. Теперь рассмотрим его внешний вид, еще на некоторых аспектах сосредоточимся. Например, есть отметка где левой, где правой, но перепутать здесь сложно. Посмотрите, как бы они ни лежали, но этот микрофон, который торчит, микрофон здесь несъемный. Интересно, что там есть отверстие, но это не микрофон. Думаю, что микрофон как раз находится вот здесь. Видите, вот это отверстие. И как бы наушники не лежали, вы понимаете, что вы должны одеть его именно вот так. Раз, и микрофон должен быть слева и направлен к рту. Если же вы их оденете вот так, то будет у вас сзади
к шее повернут микрофон, и никакого эффекта нет. Звук, конечно, будет, но вас будут слышать уже похуже. Конечно же, протестируем и микрофон. Внутренняя часть тоже очень комфортная, мягкая. Думаю, что звук тут будет не только качественный, но и по громкости будет достаточно запаса. Теперь вскроем мышку. Обратите внимание, что здесь есть вот такой вот уголок. А потом, когда я вот так вот сделал, я увидел, что здесь есть вот такой вот способ сразу посмотреть на мышку. Классно продумали. Здесь липучка с двух сторон. И здесь указаны, какие она удостоена наград. И фирма действительно специализируется по направлению гейминга. Ну, классно продумали. Вот в шкатулочке. Теперь давайте вскроем. Здесь также опломбировано. Вскрыл я пломбы и смотрим содержимое. Компания действительно заморочилась в плане дизайна, в плане коробки. Упаковки качественные, а значит, и надеяться, что это поможет первое впечатление уже составить. Но и можно не сомневаться, что качественные гаджеты. Ух ты, увесистая мышка. Вес самой мышки 102 грамма. Если же все вместе, то 140 грамм. Ну и давайте взвесим гарнитуру. 254 грамма. А если еще положить кабель, то 313. Длина кабеля 1,80 м. Подключение, конечно же, по USB. Хорошее качество сборки. Кабель утонченный. Жесткость средняя. На изгиб это никак не должно влиять. Обычно мышка просто прямо вот кабель лежит, и мы используем ее. Ролик действительно, как и говорили, здесь как протекторы авто. Очень плавное вращение с легким проворотом, как у мышек. Там чувствуем, где проворот. И проверим, есть ли щелчок. Да, влево-вправо кнопок нету, потому что есть еще эти ролики, которые поддерживают влево нажатие и вправо, только вниз. То есть в центр нажимаем. Эти две кнопки из глянца. Логотип, корпус матовый. Бока отличаются по сборке. По нажатию послушайте, как работает. Ну, стандартная. Не является бесшумной. Сбоку тоже имеются две кнопки. Нижняя часть видно прозрачная. Бока будут светиться. Теперь давайте перейдем к тестам и моим отзывам. Очень понравились наушники. Они комфортно сидят и с легкостью регулируются на голове. Удобно не только монтировать видео, но и также посмотреть фильм или послушать любимую музыку. Или же поиграть в игры, на что и направлены данные наушники. Также буду их использовать для видеоконференций, так как встроенный микрофон отлично справляется со своей задачей. Давайте протестируем микрофон. Запись, которую сейчас слышите вы, это запись через мой студийный микрофон. Качество, конечно же, на высоте. Ну а сейчас переключаю на микрофон в этой гарнитуре. Звук сейчас записывается уже через этот микрофон. Он у меня возле рта. Спокойно разговариваю. 1, 2, 3, 4, 5. И просто помолчу. К сожалению, не работает данный микрофон или же вообще наушники, если просто подключить USB-кабель. Если он подключен, работает просто подсветка. Для того, чтобы заработали наушники и микрофон, нужно подключить те два кабеля. Переключившись на студийный микрофон, хочу сказать, что качество у микрофона в гарнитуре достаточное, чтобы вести беседу, поддерживать коммуникацию во время игры с игроками или же вести какую-то видеоконференцию, переговоры, общаться по скайпу, зуму или телеграмму. Теперь, одев наушники на студийный микрофон, я сделал запись. Сделал я это для того, чтобы вы тоже услышали качественный звук, воспроизводящий гарнитурой. По ощущениям, когда вы слушаете музыку, очень объемный, громкий, качественный звук.
За то время, сколько я использую данную мышку, я не ощущал какого-то дискомфорта. Она удобно сидит в руке, кисть не устает и поможет вам не только в играх, но и в повседневной жизни. Давайте посмотрим на сайте Розетка, какая же цена данных гаджетов. Цена игровой мыши Deltaco DM110 составляет на данный момент 499 гривен, а игровые наушники 899 гривен. Ссылка на данные гаджеты есть в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из гаджетов больше всего вы хотели бы приобрести себе. Ставьте лайк за труды и до встречи в новых видеопроектах.